Друзья, всем привет! Меня зовут Любомир Борода, и это мой канал. Сегодня на канале я хочу рассказать вам про вот такие вот кошелечки, лопатнички, пейбеки от компании Hardride. Вот. Давайте начнем. После того, как я опубликовал у себя в Instagram эти кошельки, вы стали задавать вопросы, что очень хотите обзор, для того, чтобы было понятно, что, куда и почему. В принципе, конструкция очень такая несложная, поэтому обзор будет небольшим, но я думаю, что для всех вас полезным. Итак, начнем. Кошельки сделаны также из неубиваемой, непромокаемой кордуры 1000D. Есть тот же самый материал, из которого Hardride делает свои популярнейшие waistbaggy. Вот. Кошелек выглядит вот таким образом. Собственно, раскладывается вот так на две стороны. Знаете, бывают тройные, а это вот на четырех велкро липучечках таких. Он складывается, очень плотно держится и раскладывается. Вот. Имеет два отделения под купюры. С этой стороны и с этой стороны. Купюры не надо переламывать пополам. Они влезают в полный рост. Вот. Любая валюта. Смотрите, тут еще остается место. Вот я пятихаточку положил. То есть очень удобно. Есть 6 кармашков под банковские карточки. Соответственно, в каждый кармашек можно закинуть несколько, там до 3, ну, смотря как растянете, да, карточек. Вот. Уже у вас достаточно солидный арсенал из банковских и всяких там кредиток, скидочных карт получается. Помимо этого, в данный кошелек очень удобно. В данном кошельке очень удобно носить телефон. Вот, например, 5-й айфончик, который легко заходит в кармашек под купюру. Вы сюда можете положить купюры, карточки, сюда телефон. Это все отлично закрывается, ничего никуда не выпадает и очень даже хорошо держится. Вот. Плюс еще вот у меня, например, есть Xiaomi 4X. Он больше, чем iPhone размером, чем 5-й iPhone. И он также очень легко сюда зашел, также легко закрылся. С этой стороны, где телефон, в принципе, я могу добавить там банковских карточек, и все тоже отлично закрывается и хорошо себя чувствует. Вот. И на задней панели мы видим кармашек на молнии. Он для мелочи. В принципе, такие кошельки можно сделать любой расцветки из цветовой палитры бренда. Все цвета, какие есть, например, у waistbag'ов Hardride, могут быть и в кошельках. И последнее, что хотелось бы еще сказать, этот кошелек очень классно заходит в Hardride'овский waistbag. Вот, например, в задний вот этот кармашек. Он легко садится. Смотрите. Как тут и было. Классное сочетание. Ну и, соответственно, с таким кошельком вам будет кайфово. Что еще можно сказать? Хорошая, неубиваемая, долгоиграющая, очень удобная штукенция. Вот. На этом я буду заканчивать свой вот этот маленький обзор. Вот. По цене. Стоимость 300 гривен. Как приобрести? Пишите, пожалуйста, в комментарии под этим видео. Плюс я оставляю ссылку для связи со мной. Я являюсь представителем компании Hardride. И, соответственно, продукцию Hardride у меня всегда можно купить как в Украине, так и в другие страны. Я посылаю тоже и очень легко иду на контакт. До новых встреч. С вами был Любомир Борода. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки. Вот, до новых встреч!